Сейчас я расскажу вам, как следует работать над пьесами, на примере своего романса. Итак, вот вы видите ноты. Для начала надо пьесу сыграть, хоть как-нибудь, чтобы составить себе впечатление, что это вообще такое. Я надеюсь, что читать с листа вы уже как-то более-менее умеете. Общее впечатление составилось, вы решили, что играть, допустим, стоит. Дальше следует делать так, на мой взгляд. Берете первую фразочку. Буквально два такта. И заучиваете ее наизусть. Много-много раз повторяете, сначала глядя в ноты, потом старайтесь ноты не глядеть. Отрабатывайте движение пальцев и старайтесь построить фразу, чтобы она была осмысленной. Выучили кусочек, берете следующие два такта. Вторые два такта. Склеиваем их с первыми. И опять-таки стараемся не просто повторять, а строить фразу, строить волну, какую-то музыкальную мысль. Итак, постепенно, по кусочку добавляем по два такта, по три такта, поскольку получится по какому-то осмысленному фрагменту, добавляем пьесу. Она, да, нужно ее сразу учить наизусть, потому что с листа ковырять смысла нет. Надо сразу ее вгонять в пальцы, чтобы играли пальцы, а не глаза. Когда пьеса уже более-менее выучена, мы можем ее играть свободно, не заглядывая в ноты. Пора начинать работать над трактовкой. Для начала нужно выстроить фразировку, то есть осмыслить уже не по два такта, а по более-менее большим построениям, высказыванием одной мысли. Вот, высказали мысль, первую строчку. А дальше можно перекрасить тембр. Скажем, если мы играли у розетки, то передвинуть руку к подставке для нового какого-то оттенка. Следующую фразу басовую уже просто логично сыграть у подставки. А дальше можно опять передвинуть грифу. Скажем, получится так. Отработать замедление все, чтобы как-то выстроилась вся мысль, музыкальное высказывание, где все ноты продуманы, где нет ничего случайного, где тембры такие, какие они должны быть, где какие-то акцентики. Вот примерно что-то в этом роде.